Меня зовут Денис Бирюков. Я являюсь одним из организаторов и основателей международного проекта «Территория роста». Я в этом бизнесе не один. Мы в этом бизнесе с женой. И уже не один, не два, не три, не пять лет мы в этом бизнесе. Поэтому прежде чем начинать, я хочу поздравить то, что вы молодцы и молодцы. И сегодня в пятницу вечером, завтра у нас закрывается каталог очередной 12-й, да? И 12-й каталог принес нам очень много таких сюрпризов, очень много новых званий. И я знаю и вижу тех людей, которых уже можно поздравлять, и мы поздравляли в чате. Вот напишите, кто уже достиг в нашем бизнесе новых уровней, начал зарабатывать уже хоть и небольшие, но деньги, да. И вот я знаю, что Татьяна Гигиня, мы поздравляли ее в чатах уже, вот еще кто-то есть у нас, да, на вебинаре, по-моему, Наталья Рак, если я не ошибаюсь. Вот напишите, пожалуйста, кто уже, не дождавшись закрытия каталога, уже в новом звании. Вот напишите, есть такие? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Плюсики и уровень, да, вот чтобы понимать. Скромные молчат. Все, да? Можете не стесняться, можете писать, поэтому... Хорошо. Давайте тогда мы идем дальше. И о чем сегодня будет наш командный вебинар? Прежде всего, наш проект направлен именно на развитие вашего бизнеса, своего бизнеса. И сегодня мы будем говорить о том, что мы предлагаем и вообще какие... возможности дает наш проект, какие возможности бизнеса, какие возможности заработка дает наш проект и вообще, что вы можете получить благодаря тому, что вы в нашем проекте «Территория роста», именно в бизнес-модели «Территория роста» в том месте, в той команде, в том правильном месте, в котором вы сегодня находитесь и на этом вебинаре. И я надеюсь, что сегодняшний вебинар вам даст что-то новое, вы услышите то, чего вам не хватало, именно тот пазл сложится у вас для того, чтобы вы понимали полностью суть бизнеса и что здесь нужно делать. Поэтому мы переходим именно к нашему вебинару. И ни для кого не секрет, что сегодня онлайн-бизнес развивается очень быстро, очень круто. И я всегда говорю, что раньше, еще 15-20 лет, интернет, онлайн-пространство практически вообще не было никем не занято и развивался традиционный бизнес, и если сравнивать вот сегодняшний день и то, что было 10-15 лет назад, это небо и земля, и те компании, которые сегодня преуспевают, это такие как eBay, Amazon, AliExpress, это онлайн-магазины на интернет-порталы, на такие, которые делают товарообороты многомиллиардные, даже не миллионные, а уже многомиллиардные. И интернет, объем продаж постоянно растет, и магазины, да, интернет-магазины, и тот партнер, с которым мы сотрудничаем, опять же, это не исключение, это одна из самых крупнейших европейских компаний, которая развивается на международном рынке, которая развивается и сегодня показывает прирост. И я вам более подробно расскажу немножко позже, о чем мы будем говорить, о какой компании, потому что информационный век – это тот век, в котором, если ты не в тренде, если ты не в теме, то ты отстал от жизни, то ты не идешь в ногу с жизнью, не идешь в ногу со временем, не соответствуешь тренду, не соответствуешь тому модному направлению, которое развивается. И поэтому практически вся Беларусь уже в интернете, 85% охвачено Российской Федерацией интернетом, и большинство людей уже делали свои покупки через интернет. И вот скажите, пожалуйста, вот кто из вас уже заказывал через интернет, кто-то может быть одежду, кто-то может быть какую-то бытовую технику, кто-то может быть какие-то услуги оплачивал. Вот напишите, кто уже пользуется интернетом на 100%, вот, чтобы понимать. Много у нас таких людей сегодня на вебинаре, которые используют интернет не для того, чтобы только зайти пролистать, скажем так, чаты и ленту новостей там в Одноклассниках или ВКонтакте, а именно вот для развития бизнеса, для покупок, для бизнеса. Отлично, пошли плюсы. Я вижу, что я не один такой.
много людей, которые пользуются. И поэтому через интернет уже ни для кого не секрет, что можно делать покупки, можно оплачивать билеты, можно искать знакомства какие-то, можно заводить браки, знакомства, друзей искать, можно выбирать недвижимость, можно покупать машины. Поэтому интернет – это то направление, которое будет развиваться, и это направление именно нашего 21 века, в котором мы с вами живем. Поэтому нам с вами, как никому, как и интернет-предпринимателям, нужно развиваться, нужно самосовершенствоваться и идти с ногу со временем. И поэтому ваша работа будет состоять в чем? В том, чтобы те люди, которые к вам будут приходить, в вашу команду, в ваш бизнес, которых вы будете приглашать, именно создавать поток этих людей. Потому что тот бренд, тот партнер, с которым мы сотрудничаем, за нас уже сделал практически 90% той работы, которую мы сами должны были бы делать в традиционном бизнесе. И тот партнер, с которым мы сотрудничаем, предоставляет нам 2 международных сайта на разных языках, на английском и на русском. Этот партнер предоставляет нам полностью, скажем так, готовый бизнес-план, полностью готовую доставку. То есть нам не нужно думать, не нужно ночами не спать и вообще не решать какие-то вопросы по поводу доставки, по поводу логистики, по поводу хранения товара, да, по поводу организации полностью, как продвигать товар, да, то есть компания за нас уже все решила. Полностью есть у каждого предпринимателя есть свой бизнес-кабинет, в который можно сходить 24 часа в сутки с любой точки мира, где у вас есть Wi-Fi доступ, и в открытую смотреть бухгалтерский отчет каждого вашего, именно вашего офиса, на любую тему, то есть там можно смотреть и продвижение товаров, сколько у вас прошел объем продаж за день, сколько у вас объем прошел продаж за прошлый месяц, какое количество людей пришло к вам в команду, какой товарооборот вы сделали групповой, обучение есть, есть описание по каждому продукту, есть навигация по сайту. То есть все-все-все то, что нужно и можно было придумать и вставить в этот сайт, работает полностью готовая команда айтишников, которые постоянно-постоянно обновляют, постоянно делают апгрейд сайта и, скажем так, делают обновления и все новые какие-то акции. Буквально проходит несколько там минут, час может быть, как компания скидывает на e-mail какие-то новые акции, новые всевозможные скидки, интернет-распродажи, акции для лидеров, для консультантов. И это все вы уже видите в скором будущем. То есть, получается, там час-два проходит, и это уже на сайте. Вот, поэтому партнер, с которым мы сотрудничаем, берет на себя полностью ответственность за продукт. И это не просто ответственность за продукт. Вот да, я говорю, я ответственен за продукт, если какие-то проблемы, приходите ко мне. Так вот, компания берет 100% гарантию качества, 100% дает вам возврата продукта, если вам не подошел. То есть вы можете вернуть любой продукт, который вам подходит по справке дерматолога. И это очень классно, потому что в любом традиционном магазине, в который вы приходите за косметикой, за... Ну, в основном девчонки там хотят что-то попробовать, что-то накрасить, там губную помаду или нанести тушь. Нельзя это делать, да? Так вот, в компании, если вам что-то не подошло, если у вас на какой-то продукт есть аллергии или какие-то там, ну, несовпадения, может быть, по несовместимости кожи, то это по справке дерматолога можно вернуть. Поэтому компания стимулирует своими акциями, подарками, бонусами, поездки. И вот кто еще не знает, следующий год юбилейный для нашего партнера, 50 лет будет компании, и это компания, которая себя уже зарекомендовала на более чем на 60 рынках европейских, и в Латинской Америке, и в Африке, и в Азии, поэтому это компания, бренд, который зарекомендовал себя, как я уже сказал, не один, не два, не три, не 10, не 20 лет, а в следующем году уже будет юбилей 50 лет компании, поэтому этому бренду можно доверять. И вот если есть мужчины, которые меня слушают сегодня на вебинаре, знаете, мужской взгляд на бизнес. Я сначала, когда пришел в этот бизнес, я не доверял. Я проверял, я смотрел отчеты, я не понимал, за что выплачивает компания столько денег, как можно просчитать полностью вот тот товарооборот, каждую там тушь, каждую помаду,
каждый бонус-балл, который делает такая, скажем так, огромная команда. И я это сам все считал 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца. Потом я понял, что компания выплачивает все до копейки, и перестал проверять компанию. А потом уже я начал разбираться именно в сути бизнеса, да, что нужно делать, какие действия и какой результат можно получить от этого. Вот, поэтому это бренд, который уже раскрученный, это бренд, с которым легко и просто доступно работать, это бренд для любой, скажем так, категории людей, или это молодежь, или это детки с самого рождения, или это уже люди, которым за 30, это люди, которым за 50. То есть для каждой категории, для каждого возраста есть своя косметика, свой продукт. И любой человек с любым достатком может себе что-то выбрать в наших каталогах, которые обновляются каждые 3 недели. Так вот, нам, как бизнесменам, как организаторам своего бизнеса, еще круче повезло, потому что в соседних странах, вот мы общались буквально позавчера с нашей знакомой из Дубая, из Арабских Эмиратов, и у них каталог Oriflame, у них тоже есть там Oriflame, но каталог Oriflame действует один раз в месяц или в 3 месяца, по-моему, даже в 3 месяца, один раз в 3 месяца там каталог обновляется. Поэтому очень сложно работать с таким каталогом, наверное, сложно, да, потому что мы не знаем, мы работаем, у нас каталог обновляется каждые 3 недели, и нам работать с этим очень классно, очень легко, потому что компания делает постоянно какие-то новинки, обновляет каталоги, они становятся с каждым месяцем краше, ярче, звезды сотрудничают с компанией, и поэтому с таким брендом вот его не нужно рекламировать, потому что любой человек уже слышал, знает об Oriflame, какая-то косметика у кого-то когда-то была дома. А товарооборот компании, как для мужчин, для меня это важно, что эта компания не миллионер даже, а миллиардер и постоянно растущий. И вот буквально последняя новость для нас, как топ-лидеров, на топ-15 мы были во вторник в Минске, нас собирал генеральный директор, и Магнус Бренстром, вот, он защитил бюджет компании, защитил рост компании перед инвесторами, и акции компании сейчас стоят столько, как не стоили раньше вообще никогда. То есть сейчас акции компании на самом, скажем так, на самом пике своих возможностей, на самом пике своих продаж, то есть очень дорогие сейчас акции. И очень сильно котируются на Стокгольмской фондовой бирже. Поэтому инвесторы готовы инвестировать свои деньги в компанию, готовы вкладывать, готовы смотреть на рост, на развитие компании. Поэтому вот если говорить откровенно и честно, то, ребят, вы понимаете, в каком мы бизнесе с вами? Мы, как я уже сказал, мы работаем под прикрытием. Мы работаем под прикрытием, под очень серьезным брендом. И нас, как бизнесменов, очень сложно, ну, или подставить, да, или убрать с этого рынка, или что-то нам запретить, потому что мы сотрудничаем с очень сильным, надежным и шведским партнером. Вот именно для вас, для новичков, для тех, кто еще раскачивается, думает, да, связывать ему свою жизнь, не связывать, что я получу. Возможно, меня здесь обманут. Возможно, то, что постоянно говорят на вебинарах, постоянно мне скидывают какие-то обучения в чатах, там еще, и это все неправда. Я вам скажу, не думайте очень долго. Потому что бренд Oriflame – это не компания-однодневка, это не пирамида, это зарекомендованный такой уже мамонт, который на рынке зарекомендовал себя, который работает у нас в Беларуси на уровне правительства. Мы признаны нашим президентом, мы признаны на российском рынке, скажем так, профессия предприниматель сетевого маркетинга заведена, занесена в реестр Российской Федерации развития и, скажем так, школы менеджмента. Это официальная профессия, которую можно получать уже в России. Поэтому мы в правильном месте с вами. И это тот бренд, который приходит на рынок, и он остается на этом рынке навсегда. И это не просто мои слова. Это слова президента компании Магнуса Бренстома, когда у нас, вы знаете, что мы живем в стране, в которой бывают иногда какие-то
скажем так, подъемы и спады, да, кризисы, инфляции, еще кое-что. И вот уже этот кризис, в котором мы сейчас живем, затянувшийся кризис, и для нас, как для партнеров, было очень важно реакция компании на то, что доллар постоянно скачет, евро постоянно скачет, и для компании, как вы знаете, да, то компания пришла на рынок зарабатывать, конечно, деньги Oriflame. Это бизнесмен, это бизнес-модель, и это шведская компания. Понятно, что любая компания, которая приходит на рынок, она хочет заработать деньги, но и выплачивает деньги. Поэтому нам, как для нас, да, для всех было очень важно мнение компании, мнение президента компании. И когда у нас была встреча с президентом компании, мы задавали один и тот же вопрос: уйдет ли с рынка Oriflame Беларуси, потому что непонятная была экономическая ситуация, нестабильная, евро рос, а курс компании оставался для того, чтобы удержать своих партнеров, удержать клиентов, удержать консультантов. Вот. И Магнус сказал очень четко, очень классно, что, ребят, запомните, мы приходим в страну, если мы приходим в страну официально и легально, как бренд, как Oriflame, то мы в этой стране остаемся навсегда. Вот это слова не мои, это слова президента компании Oriflame Магнуса Брэнстона. Понимаете? И вот это вот для меня очень важно понимать, потому что и осознавать, в какой мы компании, с кем мы связались, с каким партнером мы связались служить. Потому что сегодня на просторе интернета очень много предложений, очень много всяких заманух, очень много таких ярких там вспышек где-то, да, когда вы открываете какой-то сайт, рекламы очень много, что вот давайте к нам, у нас можно заработать очень быстро, там крутые большие деньги, там за месяц я там разбогател, купил себе там модерации или еще что-то. Не ведитесь на этот лохотрон, не ведитесь. Запомните, что в бизнесе, в традиционном бизнесе еще сложнее. В сетевом бизнесе нельзя заработать быстрых денег. Для того, чтобы здесь заработать деньги, нужно сначала обучиться этому, как и любому новому делу. Обучение, действие, результат. И вот это вот есть все в нашей компании. И очень важно понимать, что вы здесь зарабатываете легально. Легально зарабатываете хорошие деньги на ваш расчетный счет. Вы платите налоги, вы платите ФЗЗН, вам идет стаж пенсионный. Поэтому вот это вот очень важно осознавать. Если говорить о компании в целом, как о бренде в Республике Беларусь, то это выбор года, и уже не один, не два, не три года нас выбирают как бренд года на международных фестивалях и конкурсах, поэтому 2015 год стал не исключением, и генеральный директор компании Oriflame в Беларуси Екатерина Мамедова, вот видите, она держит диплом, мы опять же стали выбором года среди потребителей, это классная номинация. И, конечно же, это не единственная номинация. Мы стали самым стильным брендом у нас в Беларуси. Поэтому это классно. И вдобавок ко всему, то, что мы дарим людям красоту снаружи, у нас появился очень классный wellness-продукт. Это продукт для здоровья, это продукт, за которым будущее. Это продукт, который дарит красоту изнутри. И спасибо Елене Корзино, которая провела шикарный вебинар, и вот я видел отзывы в чате, там, да, как всегда на высоте, как всегда классно, супер, вот, поэтому это тот продукт, который дает возможность очень классного заработка, это баловый продукт, это продукт, который нам дарит возможность продления классного качественного здоровья изнутри, это продукт, который дарит нашим детям полноценное развитие, здоровый образ жизни. И это продукт, который я пью уже на протяжении, скоро будет 9 лет, и чувствую себя шикарно, отлично. Мы каждый день встаем в 6:30, занимаемся спортом, и целый день мы на таком эмоциональном, позитивном, классном подъеме. Поэтому я вам просто рекомендую не откладывать, не экономить, а просто формировать и, наверное, создавать тот фундамент на будущее, на старость, чтобы у вас была полноценная, яркая, здоровая старость. Уже сегодня нужно задумываться и заботиться об красоте изнутри. Те сертификаты, я не буду долго останавливаться, я скажу, что более 10 сертификатов у продукции Wellness, и продукция Wellness делается на европейских фабриках, на европейских заводах по самым жесточайшим стандартам GMP, и очень много номинаций, всяких премий,
И вот мы получили из рук Антона Привольного, и плюс к этому всему, что мы получили такую, как лучший витаминный производитель БАД в категории витамины БАД. То есть это была ежегодная номинация премии «Здоровое питание». Мы признаны как на российской, как на не просто вот как среди потребителей, а именно профессионалами в медицине, среди профессоров, докторов наук. Это Российская академия медицинских наук, и это Истикстен, человек, который разрабатывал со своей командой эти продукты. Поэтому просто почитайте для себя, разберитесь в этом, сравните. Сравните состав витамина, сравните количество каждого витамина в самой капсуле и просто примите для себя решение пить и не думать, да, чтобы что-то может там пойти не так, потому что, каких-то отрицательных результатов я не видел. Я вижу только каждый день и слышу отзывы положительные, слышу то, что люди благодарят тех, кто им порекомендовал, то, что люди благодарят своих близких, что прошло и какие-то болезни, болячки там, да. Ну, это не таблетка от всех болезней, но, опять же, я вам скажу, что я себя чувствую намного лучше, чем я чувствовал себя там 8-9 лет назад, потому что я профессиональный спортсмен, 17 лет отдал баскетболу, и у меня уже все кости хрустели, колени болели, голеностопы выламывало, чувствовалась усталость. Я там 5-7 раз за год болел, кашель, сопли, насморк, температурил. Вот. Поэтому сегодня я забыл, что такое насморк, забыл, что такое сопли, забыл, что такое простуды какие-то непонятные. Вот. Поэтому просто пейте и будете чувствовать себя намного лучше. Ну, а мы переходим к преимуществам нашего проекта. В чем смысл бизнеса, что нужно делать, и какие преимущества дает именно та бизнес-модель, территория роста, которая создавалась, разрабатывалась, внедрялась, обкатывалась нашими директорами, пилотной группой. Поэтому наш бизнес помещается уже сегодня полностью в ноутбук. Это не тот Oriflame, который был там 10-15 лет назад, который тетки с сетками там бегали, да. И мы с вами, как посланники, скажем так, бизнеса, красивого, открытого бизнеса, легального бизнеса, должны приходить в массы и менять их мнение, потому что вот буквально сегодня мы общались и с тренером Златы по плаванию, и вот мы сказали, что мы в бизнесе, у нас бизнес-компания Oriflame. Он сказал: а, Oriflame, да, там продавать нужно. Мы говорим: нет, мы не продаем, мы совсем продаем. Он говорит: ой, это вот очень интересно. А вот отсюда давайте поподробнее. У меня сын, он готов зарабатывать деньги, ему это интересно, он любит новое все. И поэтому мы уже назначили встречу именно с сыном тренера нашей Златы по плаванию сегодня. Вот буквально там на пороге пообщались там 10-15 минут с ним. Вот, поэтому сегодня бизнес мы можем вести с любой точки, где есть Wi-Fi, где есть ноутбук. Я уже говорил, это официальный доход легальный. Здесь нет зависимости от начальника. Хотя у нас устроен менталитет так, что нам нужен начальник и нам нужен руководитель, кто нами руководит, кто нам дает четкие задания. Здесь такого нет. Здесь у вас есть у каждого наставник, тот человек, который вас пригласил сегодня на эту встречу, пригласил вас в бизнес, провел для вас скайп-собеседование или живую встречу. И поэтому человек этот заинтересован в вашем будущем, заинтересован в вашем развитии, заинтересован в вашем личностном росте, как партнера, как бизнесмена, и готов вкладывать свое время, свою энергию в вас для того, чтобы вы как можно быстрее начали зарабатывать хорошие деньги именно в своем бизнесе. Вот я это говорю, да, и может быть для многих это какое-то новшество, вообще непонятно, да, потому что на государственной работе никто не заинтересован вам платить больше, никто не заинтересован вас развивать, никто не заинтересован вкладывать в вас время, энергию, нервы свои, да. Фишка в том, что на государственной работе начальник заинтересован в том, чтобы вы как можно больше работали, как можно больше отдавали время работе и как можно меньше зарабатывали. Начальник не заинтересован в подчиненных, чтобы вам платить больше, там выплачивать премии, как-то вас стимулировать, да. Вот именно бизнес и бизнес Oriflame, он совсем по-другому, совсем по-другому. Это совсем вот какой-то другой мир, да, потому что те люди, которые попадают к нам в офис, к нам в команду, в проект,
И ты видишь, как они меняются. Поэтому вот это вот очень классное чувство, когда ты видишь, когда человек приходит, как он пришел, да, в бизнес, и проходит буквально 2-3 месяца, как человек меняется на глазах, как человек начинает развиваться личностно. Те люди, которые приезжают к нам из регионов, из городов, из разных, и со всей Белоруссии на наши мероприятия, они видят уровень мероприятий, да, они видят организацию, они могут пообщаться вживую с наставниками, с лидерами, с директорами, с менеджерами, с консультантами. И они видят, что все нормальные, адекватные люди, но все хотят жить лучше, все хотят улучшить свою финансовую сторону, хочу какую-то духовную сторону, да, семейное положение, может быть, съесть куда-то отдохнуть, погулять с детьми, заняться своим хобби. И вот это вот все есть в нашем бизнесе, есть в нашей команде, есть в нашей компании. Поэтому, ребят, это тот бизнес, бизнес 21 века, он может быть для кого-то непонятно невидимый, да, потому что те действия, которые мы делаем, сидя дома, общаясь через интернет, проводя встречи, приглашая людей в наш бизнес, общаясь вживую в офисе, обзванивая, да, общаясь с вашими близкими, с вашими знакомыми, вот именно в этом состоит именно суть бизнеса, да, создать свою команду тех людей, которые будут именно к вам приходить в ваш онлайн-магазин и заказы делать у себя, да, то есть пользоваться продукцией классного качества, высокого качества, натуральной продукцией, wellness-продукцией, и вот тем самым будет развиваться ваш бизнес. Чем больше людей будет у вас в компании, чем больше в компании, в команде, тем быстрее у вас будет рост. Поэтому в бизнесе в этом еще есть очень классная модель, то, что вы делаете сегодня, все то, что мы делаем сегодня, завтра, послезавтра и будем делать, мы можем оставить своим детям. И вот это вот очень классно. Потому что ни одна работа государства, ни один традиционный бизнес, если он нас выматывает, мы никогда в жизни не захотим передать его своим детям. И вот это вот в бизнесе Oriflame очень классно прослеживается, потому что Oriflame уже 50 лет на рынке, да, и уже сменилось несколько поколений людей, которые пришли в этот бизнес, состарились. А этот бизнес берут их дети, а потом внуки. И вот это вот очень классно видеть, вот это вот отношение сначала как рост маленьких деток, как они вырастают, как они берут на себя и внедряют какие-то новые технологии, новые фишки, новые способы поведения бизнеса, приглашения, да. Вот это вот очень классно. Это не то, что ты на завод пришел там 20-30 лет назад и одно и то же. Ты стоишь за тем же конвейером, в том же халате, в тех же там ботинках там, или сидишь на том же стуле за тем же столом 20-30 лет, и у вас ничего не меняется. Ничего не меняется. Ни картинка на обоях, ни стул не меняется, ни стол. Тот же самый начальник, те же самые люди, которые приходят постоянно к вам там, в кабинет или там, в цех, или на фабрику там куда-то. Да. И вот, понимаете, жизнь нам дана каждому из нас, не для того, чтобы просто просиживать штаны и там 20, 30, 40 лет просто ходить тупо на работу и ездить в вонючих троллейбусах, в автобусах, в трамваях, а для того, чтобы жить полноценной жизнью, чтобы чувствовать себя свободными людьми. Не просто свободными, чтобы в пятницу упасть уставшим на диван с бутылкой пива там, и смотреть, там, перелистывать пультом телевизор, да? А для того, чтобы проводить полноценно, на 100% отдаваться своей семье, детям, хобби, для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы зарабатывать на эти путешествия, для того, чтобы дарить подарки своим детям, внукам, родителям, для того, чтобы их возить с собой, показывать мир, понимаете, для того, чтобы оплачивать обучение, для того, чтобы улучшать свои какие-то маленькие потребности, которые мы не можем улучшить, потому что сегодня мы практически 80-90% своей зарплаты, люди, которые ходят на государство, тратят на коммунальные услуги, на еду, на проезд, и ничего не остается практически. Все, выходите в ноль, а кто-то выходит в минус. Поэтому только бизнес дает вам свободу, только бизнес. Ладно, может, это не будет бизнес-компания Oriflame, но только бизнес дает вам свободу и дает вам те возможности, которые вы не сможете осуществить на государственной работе. Поэтому суть любого бизнеса – это создание товарооборота. С кем бы мы ни сотрудничали, с какой компанией, каким бы мы продуктом ни занимались, где бы мы ни работали. Даже, я всегда говорю, в банке, если вы работаете в Беларусьбанке, вас заставят там приобрести карты Беларусьбанка бесплатно, платно, и вы будете продвигать эти карты, вы будете пользоваться этими картами, вас обяжут. Если вы работаете на меловице, вам там дадут этих трусов, лифчиков, там еще там целую кучу нижнего белья,
скажут вам, вот вам зарплата половина, вот вам половина товаром, берите. Ну и так можно приводить любой пример, да, там в магазинах, вот мне сегодня рассказали, что Веста вообще, то есть охранников вычитают за просрочку, хотя охрана никакого отношения не имеет вообще к просрочке, с них вычитают за просроченный товар, который там должны следить другие люди за этим. Вот, поэтому если нет товарооборота, нету бизнеса. Должен быть товарооборот. В любом случае. И чем больше этот товарооборот, тем прибыльнее ваш бизнес. Чем больше вы людей пригласили в ваш бизнес, в вашу команду, тем больше товарооборот. И есть разные способы создания товарооборота. И первый, самый распространенный, и я этот способ не могу сказать, что не любил, но мне было некомфортно, потому что я не понимал, как здоровый мужик берет каталог и идет с этим каталогом и предлагает косметику, предлагает продукцию, да, вот это мне было непонятно сначала. Но сегодня, я вам скажу честно, что для меня вообще никаких проблем не составляет заговорить с любым человеком на улице, показать каталог, разнести каталоги, подписать каталог, там, собрать заказы, и это очень классно, это быстрые деньги, и вот кому нравится всегда иметь карманные деньги на расходы, вот именно вот эти личные рекомендации. Это тот метод, которым можно заработать, ну, небольшие деньги, скажем так, но деньги, чтобы у вас были на каждый день. Потому что это способ, который вам дает новые возможности, новые знакомства. И этому способу у нас обучают, проходят профессиональное обучение. И вот в это воскресенье у нас в офисе будет, опять же, оформление нового каталога, каталога номер 13. Мы будем собираться за столом, мы будем его оформлять, мы будем общаться, мы будем придумывать фишки по продвижению каталога, мы будем оформлять страницы в каталоге, да, не просто их оформлять, но и ароматизировать. Поэтому я вас приглашаю, кто из Витебска, в воскресенье в 3 часа дня будет происходить оформление каталога, каталога номер 13, потому что чем ярче, чем краше у вас, чем профессиональнее будет оформлен каталог, тем больше вы сможете сделать личный товарооборот, а личный товарооборот нужен в компании, как в любом другом бизнесе, да, вы не можете, если вы продаете мясо, вы не пойдете никогда в жизни покупать к соседям мясо, да, если у вас есть свое мясо. То же самое и в бизнесе компании Reflame, если вы занимаетесь косметическим бизнесом, если вы продвигаете здоровое направление, wellness, да, то вы и будете рассказывать только о том, чем вы пользуетесь. Если я пользуюсь там шампунью и гелем или там пеной для бритья, потом я пользуюсь антивозрастным кремом для лица, для мужчин, я это и продвигаю. Я продвигаю серии Nord, я продвигаю Wellness Pack мужской. У меня есть клиенты, которые покупают сразу по 10-15 пэков, по 40 пэков сразу покупают себе для жены там на целый год, для себя на целый год, для мамы на целый год. Поэтому это тот продукт, о котором я практически все знаю, это тот продукт, который я пью постоянно, это тот продукт, который, благодаря которому у меня нет проблем с созданием личного товарооборота. Поэтому пользуйтесь продуктом, выберите для себя каких-то 5-10 самых лучших продуктов, таких бестселлеров, без которых вы не представляете, там, ну, у девчонок это туши, там, помады, там, какие-то тени, румяна, пудры. Поэтому выберите для себя и просто делайте рекламу, просто делитесь вашими впечатлениями, делитесь вашими эмоциями от того продукта, которым вы пользуетесь. Ну, а если говорить уже о тех заработках, об именно не просто подработать, да, рассматривая этот бизнес как подработку, а именно рассматривая бизнес именно с большой буквы, как бизнес, как большой бизнес, да, для этого нужно делать немножко другие действия. Немножко другие действия. Не просто делать личный товарооборот, да, и ходить с каталогом, делать личные рекомендации, а именно создавать поток покупателей и приглашая новых партнеров, то есть общаясь и предлагая бизнес, именно серьезный бизнес, тем людям, которым это интересно, тем людям, которым хотят зарабатывать сегодня. Не просто там $100 подработать, заработать, а именно от 500 и выше, там 1000, 1500, 2000 долларов. Потому что такие деньги есть в нашем бизнесе, даже больше есть деньги, чем 1000, 2000 долларов. Да? И мы зарабатываем такие деньги, и наши директора зарабатывают такие деньги. Поэтому мы вас приглашаем в такой бизнес, в котором есть большие деньги. Ну а как ведется работа? Вот... есть здесь только Алена, новичок, да, а остальные все уже
Это те люди, которые не первый раз слышат, не первый раз на вебинаре, и большинство людей уже знает, да, потому что без потока людей бизнес останавливается. И чем больше вы людей пригласите в ваш бизнес, в вашу команду, потому что рынок Беларуси на сегодня, он очень сильно освободился. Очень свободный рынок, очень много людей, которые ищут, остались без работы. И наша с вами задача на сегодня, у нас есть готовая система полностью, да, то есть человек попадает не куда-то там и не знает, куда ему дергаться, как в темноте, да, не знает, куда ему шарахаться, в какую сторону. У нас есть готовая система полностью ведения бизнеса. Полностью есть готовая система продвижения вашего бренда в онлайн. И как ведется работа, то есть это оформляются заявки онлайн, то есть, да, проводятся скайп-собеседования, заявки, то есть работа ведется в социальных сетях, кто-то, кому-то комфортно работать в Одноклассниках, и он не понимает, как можно и что там делать в ВКонтакте, а кто-то, наоборот, работает в ВКонтакте и говорит, что я вообще ничего не понимаю в Одноклассниках, кто-то работает только в Инстаграм и говорит, что я вообще ничего не понимаю ни в Одноклассниках, ни в ВКонтакте, что там нужно и как там можно работать. А вот для меня Инстаграм – это именно то направление, я в тренде в Инстаграм, там очень много народу. Легко и просто. Кто-то работает на досках объявления, кто-то работает по рекомендациям, кто-то работает вживую в офисе, проводит встречи, проводит спа, проводит мастер-классы, проводит эксперт-сессии по NovAge. Поэтому на сегодня нет никаких секретов, есть все в интернете, есть любое обучение на любую тему, на личный товарооборот, на построение команды, как правильно, как профессионально строить. У нас в нашей команде полностью есть система вебинаров, которая ведется практически ежедневно. И завтра в субботу в 10 и в 11 утра будут вебинары по обучению, по старту, как быстрее и качественнее стартовать в нашем бизнесе. Поэтому обучение именно тот фундамент, который закладывается изначально. И знаете, вот мы сейчас с Леной очень много читаем и слушаем аудиокниг и читаем Робина Шарма. Этот человек стал для нас таким кумиром и таким, скажем так, гуру, да, тем наставником, учителем, которого мы учимся, слушаем духовной жизни, мы слушаем принципам жизни, как правильно себя вести, да, как отношение к бизнесу, отношение к любой той ситуации, которая дана нам в жизни. Поэтому обучайтесь, развивайтесь. И даже если у вас что-то не получится, даже если у вас что-то не так пойдет в нашем бизнесе, в нашей команде, то именно тот вклад, который вы делаете в себя, он никогда в жизни даром не пропадет. Ваш личностный рост, он вам даст такой колоссальный толчок в вашей жизни, чтобы вы себя чувствовали в любой той ситуации, в которой вы будете в будущем, то обучение, которое вы пройдете здесь, те профессиональные навыки, они вам помогут и в дальнейшей жизни в любой сфере. Ну и, конечно же, то, что можно получить уже сегодня стартовав в бизнесе, и благодаря только вашим действиям, благодаря действиям вашей команды, вы можете поехать уже в следующем году на юбилейную менеджерскую конференцию, которая будет проходить в Болгарии, в Варне, на берегу красивейшего моря, самых лучших отелях, в самых лучших, скажем так, будут конференции, мероприятия, обучение. Вот те, кто был на таких конференциях, не дадут мне соврать, что это одно из самых лучших впечатлений, эмоций ты получаешь в жизни. На таких конференциях, среди тысяч людей позитивных, активных, успешных, да, богатых людей, которые зарабатывают, и компании делают все для того, чтобы вы развивались, для того, чтобы вы смогли поехать в Болгарию уже с уровня менеджера. И для тех новичков, которые только пришли в этот бизнес, вы выходите на уровень 15% каталогу. Так, каталогу, по-моему, номер 17. И на уровень 15%, да, нужно выйти с нуля. И вы квалифицируетесь на конференцию менеджеров Болгарии. Поэтому, если кто-то захотел и еще не знает, какие условия квалификации, вы можете обратиться за подробной информацией к тем людям, которые вас пригласили сегодня на вебинар.
И есть для каждого участника, для новичка, для менеджера, для директора условия квалификации, как можно попасть бесплатно за счет компании в подарок уже на менеджерскую конференцию 2017 в Болгарии. Ну а преимущество, конечно же, директорской команды, и это наша гордость, это наш фундамент, это наш, скажем так, наши такие львы бизнеса. Это наши директора, которые пошли за нами, которые поверили в нас. Это те люди, которые зарабатывают уже в этом бизнесе хорошую зарплату, хорошие деньги, доход европейского уровня. Это и премия $1000 за директорский уровень, когда вы квалифицируетесь и выходите на уровень директора. Это и участие в программе «Мой автомобиль». Это и банкет директоров. Это, скажем так, банкет директоров – это корпоратив, который проходит ежегодно в самых лучших местах нашей Республики Беларусь, на самых лучших площадках нашей Республики Беларусь. Это не просто банкет, на котором ты сидишь просто там и отмечаешь. Это то мероприятие, на которое все девушки, женщины приходят в красивых вечерних платьях, мужчины приходят в костюмах. Это поздравление на сцене, это прилетает менеджмент компании со Швеции, приезжает генеральный директор Oriflame Россия. Наша менеджмент компании Республики Беларусь. Это постоянные какие-то выступления профессионалов, выступления певцов, групп профессиональных, постоянные какие-то шоу, фейерверки. Поэтому это шикарное незабываемое мероприятие, на которое один раз попавши, вы уже просто не понимаете, как можно не поехать на следующий год. И вот это вот слайд подтверждает, да, мои слова. Это те люди, те директора, посмотрите, они разные, разного возраста, есть семейные пары, есть просто девчонки, молодые, постарше. Это те люди, которые поверили в этот бизнес, те люди, которые поверили в нас, пошли за нами. И вот это вот наша максимальная премия на сегодняшний день $6000, мы получили за звание бриллиантовых директоров. У нас в команде есть и золотые директора, и просто директора, и старшие директора, и есть в открытой квалификации сейчас директора. Понимаете, поэтому самое важное делать, не думать, а делать. И вот несколько фотографий с прошлого банкета директоров, который прошел этим летом под открытым небом, на открытой площадке Riviera Club. И вот это вот все эти директора, которые были с нами, наша команда, у нас было более 20 человек на этом банкете. Мы поздравляли нашего нового директора Ольгу Мельникову с премией звания директора компании Oriflame, вручали букет цветов, чек, праздновали, поздравляли. Вот это вот классные эмоции, классное ощущение за ту работу, которую ты делаешь. Да? Приезжал Дмитрий Маликов, пел для нас сольной программой, практически целый час там, или полтора он пел для нас. Вот. Поэтому важно понимать то, что первое, то, что вы здесь в бизнесе не один. Второе, что нужно делать, это на начальном этапе сделать нескончаемый поток людей на встрече, или онлайн, или офлайн. Третье – это научиться делать личный товарооборот 150 баллов. Научиться. Есть обучение профессиональное, как это сделать. Четвертое – обучаться, развиваться личностно. И посещать все те обучения, которые говорит вам ваш наставник. И тогда у вас будет вот такой вот рост, как нарисовано на лестнице успеха. Потому что вот эта вот лестница успеха, здесь нельзя кого-то поставить на какую-то ступеньку. Нельзя кого-то как-то продвинуть. Нельзя кого-то назначить там директором или золотым директором или бриллиантовым директором. Здесь каждый человек сам достигает своего результата. И вот эта вот лесенка начинается с 0% консультант. Все мы были уже на этой лесенке, все мы были на 0%, потом 3%, 6%. Да, это тот процентный уровень, это именно, если говорить подробнее, да, вы получаете от этих процентов, от товарооборота, тот процент, который вы делаете. То есть команда ваша делает товарооборот, допустим, там
450 баллов, это уровень 6% компания Oriflame, а 6% от 450 баллов вам компания начисляет в виде объемной скидки на ваш дисконтный номер. И так далее, да. 9% вы получаете от товарооборота вашей команды, 12%, 15%, 18% и 22% вы получаете, когда вы находитесь на уровне старшего менеджера-директора. То есть, а потом уже компания вам начинает выплачивать премии за то, что вы уже как профессионал начинаете выращивать уже директоров, то есть директорские ветки. И вот это вот очень классно, потому что это уже остаточный доход, вы начинаете зарабатывать на обучении. То есть вы сами уже стали директором, и я уверен на 100%, если вы сами достигли звания директора, то и вы уже можете обучить в вашей команде тех людей, которые пошли за вами, которые поверили в вас. Вы также можете обучить их стать директорами. И компания вам начинает выплачивать уже шведскую пенсию. Шведскую пенсию за тех директоров, которые появляются уже в вашей команде. Компания вам выплачивает на протяжении практически всей жизни 200 условных единиц. 200 условных единиц выплачивается за каждого выращенного директора ежемесячно. Вы понимаете, в каком вы бизнесе? Вы сами стали директором, получили премию, обучили одного человека, и он тоже стал директором. За один раз вот вы смогли обучить директора, и он стал директором компании, вам компания будет выплачивать на протяжении 50 лет 200 условных единиц ежемесячно за ту работу, которую вы сделали. И плюс к этому вы получите премию 1500, 2000 долларов за 2 директора, 3000 долларов за 3 директора, 4000 долларов за 4 директора, 6000 долларов за 6 директоров, понимаете? И плюс еще к этому за каждого из этих директоров вы будете получать по 200 долларов ежемесячно. Вот это вот очень важно понимать, что не просто скидка у вас 20% на всю продукцию, не просто вы получаете процент от товарооборота. Ну и здесь еще можно уже, будучи там 16, 18, 20 лет, стать самим директором, обучить вашу команду, вырастить нового директора и получать уже шведскую пенсию в 200 условных. Не нужно ждать там 30-40 лет для того, чтобы выйти на пенсию, получается мизерные пенсии, там 2,5-3 миллиона, да, а уже сегодня делать залог на будущее. И вот буквально несколько фотографий с наших путешествий, с наших незабываемых мест, в которых мы были. Это Швеция, это Стокгольм, это Нобель-Холл возле озера Миларен, это зал Нобелевских лауреатов, там, где вручаются премии Нобелевским лауреатам, там, где ужин, гала-ужин проходил в компании Oriflame, и мы, как лидеры, которые выполнили условия квалификации, мы были в числе 10 человек, которые квалифицировались от Республики Беларусь, мы были в Нобелевском зале, ужинали. Ну, мы с Леной, честно сказать, мы даже о таком не могли мечтать, потому что ну, нормальный человек не может быть в Нобелевском зале, потому что нужно быть выдающимся, нужно быть каким-то уникальным человеком для того, чтобы получить Нобелевскую премию и попасть на ужин, на награждение в Нобелевский зал. Вот компания Oriflame снимает Нобелевский зал для своих лидеров, для того, чтобы чествовать по-настоящему круто, классно своих лидеров в Нобелевском зале. Вот это уже путешествие на лайнере. Это один из самых крупных лайнеров в мире, Royal Caribbean. Это каюта шикарная с балконом, с террасой. Мы плавали по Средиземному морю. Было 3 страны, 8 городов. В течение целой недели мы путешествовали, гуляли, вот это вот все, променад такой на лайнере, это ресторан трехэтажный, и это вот такие вот красивые, мы ходили каждый день на ужин, на обед, на завтрак, вот, в такие шикарных местах. Ну, если говорить о путешествиях, да, то с уровня бриллиантового директора ты уже начинаешь путешествовать не один, а два раза в год, и вот это вот январь 2015 года, Сингапур, мы путешествовали, жили в Мария Бэй Санс, одном из самых дорогих отелей в мире, и на 57 этаже, вот здесь вот видно, это бассейн 147 метров квадратных длиной, поэтому это шикарные места, это шикарные страны, это незабываемые впечатления. И вы знаете, кто бы мне сказал еще 10 лет назад, что я буду путешествовать, что мы будем зарабатывать такие деньги, что мы будем вести европейский уровень жизни, посещать там 2, 3, 5, 6, 10, 12 раз в год мы будем ездить за границу. Для меня казалось это ну, сказкой, и для Лены тоже, да, и для нашей семьи. Но сегодня это не сказка, это сегодня это реальность, и
благодаря нашим действиям, благодаря тем действиям нашей команды, то, что мы сегодня имеем, да, это бизнес, который реально изменил нашу жизнь в лучшую сторону. Вот. И поэтому, да, мы много работали, да, мы много обучались, да, у нас что-то не получалось, мы делали что-то не так и не понимали, что не так. Но сегодня это та система, которая отработана, та система, которая, знаете, как вот деталь, она отточена уже на 100%, и это та система, которая дает постоянный результат. Но самое важное быть в этой системе и делать постоянные действия, да, и делать эти действия до результата. Потому что многие говорят, что я делаю, у меня не получается. Вот я делаю, и почему у меня не получается? Я делаю так много, а я всегда спрашиваю, а кто тебе сказал, что ты делаешь много? Это ты думаешь, что это много? Делай до результата, потому что, глядя на других, кажется, да, что вот у них все так классно получается, да, а я один такой, вот никакой-то не такой, что у меня ничего не получается. Ребят, делайте до результата. Если это получилось у Лены, у учительницы рисования с маленького города, с Новолукомля, если это получилось у нас с ней, то есть я тоже спортсмен, баскетболист, который не имел никакого образования, ни менеджмента, ни экономического образования, но у нас это получилось. Это получилось у многих других в нашей команде, то обязательно это получится у вас. Мы в вас верим. Главное поверить в себя и делать действия. В системе каждый день делать действия до результата. А результат – это будет ваша квалификация на юбилейную конференцию на лайнере, ваша квалификация на менеджерскую конференцию в Болгарию, ваша квалификация через полтора года на бриллиантовую конференцию в Японию. Понимаете? Вот тогда, да, тогда вы скажете, да, я сделал все для того, чтобы жить лучше, для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, для того, чтобы можно было покупать себе все то, что я хочу, не думать ни о ценах, не смотреть, не думать там, хватит, не хватит денег. Вот это вот важно понимать. И вот это вот то, что сейчас я листаю слайды, это гала-ужин, это Emerald Palace, отель, в котором мы были уже в этом году, в январе 2016 года, это Объединенные Арабские Эмираты. Это вот отель, в котором у нас был гала-ужин, и там и золотые слитки выдавал банкоматы, и кофе украшенное, декорированное 24-каратным золотом, и пирожные, которые декорированы, украшены вот такими вот слитками золота, это все съедобно, это можно есть. Понимаете, вот такие вот классные впечатления, новые впечатления, да, ужин с руководством компании на 64-м этаже в Royal Grill, это ресторан в одном из отелей, напротив этого президент Palace отеля. Понимаете, это обсуждение и стратегии развития бизнеса в Беларуси на 2016 год. Это юбилейная конференция на лайнере, которая пройдет в следующем году на двух лайнерах, которые уже зашвартованы основателями компании Oriflame. И самое важное то, что с вами или без вас этот бизнес будет развиваться. С вами или без вас, Oriflame все равно будет развиваться, Oriflame будет расти, бизнес онлайн будет развиваться, команда наша будет расти. Важно понимать, будете ли вы в этом бизнесе с нами, будете ли вы развиваться, будете ли в этом зарабатывать сегодня уже. Вот принимайте для себя решение как можно быстрее, не тормозите. Потому что чем дольше мы думаем, чем больше мы думаем, чем больше мы сомневаемся, проходит время, время уходит, и потом нам кажется, что вот это у них получилось. Это они такие, а я не такой. И вот о бизнесе, о сетевом маркетинге, я думаю, что всем людям на слуху, и Дональд Трамп, он сейчас баллотируется в президенты, да, и Уоррен Баффет, это инвестор очень крупный, да, и он говорит, что моя инвестиция в одну из сетевых компаний, это было самым удачным вложением капитала, которое когда я либо делал. Вот важно вот это вот понимать, да, топ-инвестор, американский миллиардер, да, Билл Гейтс, один из самых богатых людей в мире. В Америке более 90% бизнеса – это бизнес, рекомендация, сетевой бизнес. Роберт Киосаки, книги которого мы читаем, наша команда их перечитывает под 100 раз, да. Это крупный инвестор, автор, мультимиллионер. Все они говорят, что
будущее за сетевым маркетингом, за сетевым бизнесом. Понимаете? Поэтому Стив Джобс тоже начинал свой бизнес с гаража. В гараже стоял стол, и они там собирали первые компьютеры. Бизнес-компания Reflame начинался с теннисного стола в гараже. Роберт и Йонас Отъёбник арендовали гараж, и там паковали первые заказы компании Reflame. Там они на листе рисовали первые свои презентации, и первый каталог был на листе А4, понимаете? Но где сегодня основатели компании и кем они являются? Любой человек для того, чтобы чего-то достичь, нужно сделать много, большое количество действий, вложить времени, нервов. Может быть, и какое-то здоровье нужно, да, потратить на то, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Но это все воздается. Легких денег не бывает. Не бывает легких денег, понимаете? И чем больше действий, тем быстрее результат. Чем больше постоянное количество действий, тем больше быстрее результат. И результат нам вырабатывает навыки, да? Потому что те навыки, которые мы сегодня имеем, мы умеем говорить, мы умеем ходить, мы умеем писать, мы умеем читать, мы умеем общаться, мы умеем делать профессионально то дело, которому учились 5-10 лет в школе и 5 лет в университете. Представляете, сколько лет мы учились в школе, чтобы что-то научиться делать? Потом мы заканчивали университет, кто-то училище, кто-то колледж, кто-то профессиональные технические училища. Да? Но бизнесу нельзя научиться за 2-3 дня, за неделю. Поэтому учитесь, обучайтесь, будьте обучаемы, слушайте то, что вам говорят ваши наставники, ваши педагоги, как я говорю, да, те люди, которые заинтересованы в вашем росте. Прислушивайтесь к ним, смотрите, и если у вас получится, приближайтесь как можно ближе к богатым людям. Слушайте и смотрите, наблюдайте, как ведут себя богатые люди, как они кушают, да, где они бывают, с кем они общаются. Потому что богатые люди, они уже заработали деньги, и они знают, как это сделать. И богатые люди всегда вам дадут ту рекомендацию, которая вас приблизит к вашему уровню жизни, такому же, как ведут богатые люди. Бедный человек вам никогда в жизни не порекомендует, как заработать миллион. Он просто не знает. Это будет совет от бедняка, понимаете? А богатый человек вам даст рекомендацию, которая может изменить несколько слов всю вашу жизнь. Направление ваших мыслей, направление вашей жизни. Поэтому неудачник – это не тот человек, кто не имел шанса, а тот, кто шанс получает и им не пользуется. Я вам еще раз хочу сказать, что вы в правильном месте, вы в правильной компании, вы в правильное время пришли. Но самое важное – делать действия в бизнес-модели «Территория роста». Не отходить в сторону куда-то, не раздумывать, не расшатываться, не раскачиваться, да, а просто делать простые, легкие, классные действия. Приглашение, пользоваться профессионально, рекомендовать продукт и обучаться. Обучайтесь, потому что у нас будет много обучений. Месяц октябрь насыщен обучением, месяц сентябрь мы проводим с вами на вебинарах, на тренингах. Поэтому будьте здоровы, будьте счастливы, не тормозите. И вам всем закрытие 12-го каталога. Завтра каталог закрывается в 9 вечера. У нас еще целые сутки с вами остались до закрытия каталога. Поэтому вам всем новых званий. Мы в вас верим, во всех вас мы верим, всех вас любим. И мы верим, что каждый из вас может быть богатым, может быть счастливым и может быть путешествовать, отдыхать, наслаждаться жизнью, которая нам дана с вами. Ведь нам всем дано с вами жить, прожить эту жизнь богато, счастливо, здорово и успешно. Поэтому верьте в себя, как мы верим в вас. Не тормозите. Развивайтесь, обучайтесь и будьте с нами. Спасибо вам большое, всего вам хорошего и до новых встреч на наших командных вебинарах.